Всем привет! Вы на канале Илинка Рулит. Ставим смачные лайки, подписываемся на мой канал. Я сегодня буду красить морожка с Китонсом. Мне так понравилось все красить, что я захотела еще кое-что покрасить. Для этого нам нужно морожка, Китонс и вот такие вот стаканчики. Сейчас я покажу, как они собираются. Yes. Так, как это? Это вот так как-то, да? Вот так вот я разделила Skittles, и получилась вот такая вот радужка. Напиши в комментариях, какой ты цвет больше всего любишь. В размельченный Skittles будем добавлять морожка. Мы подождали, пока оно немножко растаяло. И сейчас будем добавлять. Ой. Я сейчас размешаю цвета и покажем, что у нас получилось. Красный вроде бы ничего. Ребята, у меня получилось радужное мороженое. Яркая, со вкусом Скитлса, кисленькая, сладкая, летняя, красивая, наверное, вкусная. Но пока я мешала, оно немножко подтаяло. Теперь получился коктейль-морожка. Но я его поставлю в холодильник, и оно станет морожком. Хочу попробовать зелененький. Так, и заодно желтенький попробуем. Скитлс хрустит, как лимон. Лимонное мороженое. Так, теперь зелененькое. Зеленое, как зеленое. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Мороженка было очень вкусное!